Товароведы-юристы, программисты и кондитеры, парикмахеры и стилисты, будущие представители этих самых разных профессий, встретились на сцене политехнического техникума. Все они сражались за звание мисс и мистер политеха. Накал страстей, буря эмоций и переживания. Участники конкурса не скрывали волнения, но выходили на сцену и показывали свои лучшие творческие номера. Помимо творческих способностей, каждый участник конкурса должен уметь грамотно общаться с аудиторией, быть коммуникабельным, обладать острым умом и знать нормы этикета. Претенденты на звание мисс и мистер политех соответствует всем этим критериям. Каждый студент получил свое звание, победив в разных номинациях. Все победители награждены грамотами и памятными статуэтками.